Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о портативном календаре. Для этого нам необходимо войти во вкладку «Разработчик», выбрать «Надстройки» и написать здесь «Date Picker». Нажать «Найти», и у нас выберется мини-календарь. С помощью этого мини-календаря, во-первых, удобно смотреть даты, а также удобно их вставлять. Допустим, если нам необходимо первое число каждого месяца 2019 года, нам достаточно прокрутить на несколько месяцев назад, выбрать, допустим, первое, вставить. Далее, 1 февраля, также два раза нажать. И, соответственно, на 1 марта. Это очень удобно, потому что календарь не занимает много места, можно смотреть по дням недели, можно его сворачивать. Довольно-таки удобно. Подписываемся на канал, ставим лайки. До завтра.